Здравствуйте. Мы уже делали небольшой фильм с экскурсией по личному кабинету члена клуба путешественников One Travel Team. Но так как в личном кабинете появились неактивные в те времена функции, сегодня я делаю новое видео. Итак, как будет выглядеть наш кабинет, который будет расположен на сайте onetravelteam.com и который пока находится на сайте voyageturoperatorom.ru. И пока он находится на этом сайте, у членов клуба есть возможность послать любым своим знакомым посмотреть этот сайт, потому что доступ к нему пока свободен. Правда, чтобы заказать с него путешествие, пока нужно показать свой номер, свой логин в клубе путешественников. Просто так с улицы никто здесь ничего не закажет. За исключением поисковиков. Ну, пусть наши друзья попользуются пока этими поисковиками, если им это удобно. Итак, что же мы можем увидеть на нашем сайте? Картинки — это для того, чтобы сайт вам нравился. Здесь вот такие вот есть функции: поиск онлайн. Обратите внимание на обширное меню. Туры и авиабилеты. Это еще не все. По России, СНГ, по всему миру. К сожалению, у программистов пока не получается подключить курорты юга России, но мы можем заказывать и оттуда путешествия, обратившись на почту компании. Это компания «Росюг-Курорт». Мы пишем на почту One Travel Team и заказываем эти туры, получая за них нашу клубную скидку. Туры и авиа с Украины. Без комментариев, это то, что для Украины компания предлагает. Вот, ну, давайте посмотрим, что такое туры, туры по России и СНГ. Открываем. Дожидаемся меню. Ну, давайте я не буду набирать конкретный город, а наберу Россия. Даже если видите не русскими буквами, все равно все сработало. Я не буду указывать срок, а нажму кнопочку «Найти». Компьютер немножко ищет, потому что фильтр слишком большой. И появляется возможность либо листать и выбирать себе поездки, либо включить, например, направление и курорты. И включить какой-то один из них, поизучать, есть ли там то, что нам хочется. Прошу обратить внимание тех, кто любит наш юг, что Сочи очень много. Есть Сочи-центр, есть Сочи-Лазаревский район, есть просто Крым, Крым-западный берег, Крым-южный берег, восточный берег, обратите внимание. Но вы можете ездить в самые экзотические места. Вот вам, пожалуйста, Урал, Хибины, Саяны, Камчатка, все, что вам угодно. Вот. Безусловно, здесь очень много вариантов. Вот вам, пожалуйста, Донбай, вот вам Камчатка. Включили и начинаем изучать экскурсионные туры. От любой этой поездки вы получите нашу клубную скидку. Чтобы ее заказать, вы можете нажать «Поподробнее поизучать» и затем отправить запрос в компанию. Вот так. Следующий пункт меню. Туры по всему миру. Здесь меню немножечко другое. Мы выходим на сайт. Вообще все эти переходы — это переходы на внешние сайты, на сайт нашего другого партнера, с компанией, с которой у нас заключен договор. Мы можем выбрать здесь довольно обширный список мест, куда мы можем поехать. Это и в России, это и за границей. Вот в частности тут то, что нравится мне очень, потому что там красивые-прекрасивые картинки. Индия. Вот я выбрала эту Индию. И посмотрите. Пошли предложения по Индии. Сразу говорю, перелета здесь нет, но ведь $240. А перелет можно найти акционный за очень интересные деньги. Или если много денег и надо быстро,
просто взять обычный билет в Аэрофлоте. Если нам все нравится, мы изучаем эти предложения, включаем кнопочку «Подробнее». Ну вот здесь, например, $245. Что именно нам здесь предложат, в какие даты это возможно? Вот в данном случае мы видим 29 марта, 5 апреля, 12 апреля, 19. На любую из этих дат мы можем заказать свою поездку. А если мы везем группу, ну или какая-то компания хочет вывести группу, можно, связавшись с фирмой, заказать эту поездку на абсолютно любую дату. Она будет создана, потому что здесь абсолютно отлаженный процесс. Просто сборные группы идут вот в эти даты, а ваша фирменная может быть когда угодно. Вы когда-нибудь въезжали в Джайпур на слонах? Вот вам будет что вспомнить, если что. Следующий пункт меню. Курорты Юга России, как я сказала, пока не функциональны, но часть их уже выложена у нас в эксклюзивных турах, а абсолютно все мы можем посмотреть на сайте Росюг-курорта и заказать через фирму. Если мы знаем, куда летим, есть еще такой вариант, как мы просто два раза кликнули по поиску онлайн. И вот здесь мы перешли к агрегатору туроператоров Турпоиск. Он сравнивает различных операторов. Здесь мы можем выбрать город, откуда летим, страна, куда летим, в какой аэропорт. Ну, Абхазия и Сочи, наверное, не совсем правильно. Ну, давайте попробуем, например, Венгрию. Вот видите, включились аэропорты, куда можно. Вена, не удивляйтесь, она не в Венгрии, но это очень близко. От Будапешта до Вены 4 часа ехать. И в некоторые города выгоднее лететь до Вены. Города, в которые мы хотим. Мы можем поизучать эти города, что мы там ищем. Выбрать категорию отелей, систему питания, без еды, с завтраком, завтрак, ужин, обед. Все включено. Дата или диапазон дат заездов, количество ночей, количество взрослых. Количество детей, дети, если есть. Можем ограничить стоимость и, наконец, нажать «Показать результаты». Появится длинная таблица, и мы сможем из этой таблицы выбрать все, что нам нравится. Сейчас я вернусь в исходное меню. В некоторых случаях проще вернуться опять на табличку, чем включить сайт заново, чем вернуться по страничкам. Но в данном случае я делаю вот так. Теперь смотрите, что здесь еще. Отели. Сюда подключен европейский поиск отелей HRS. Большое количество стран по всему миру. Вы просто пишете город, регион, остров, вообще куда хотите, почтовый индекс, любое, почему можно определить, куда вы едете. Даты, в которые вы хотите ехать, и что, собственно, вам нужно. Сколько номеров одноместных, сколько двухместных, возможно, дополнительные критерии, что вы хотите, звездность отеля. Вот. И вам предлагается поиск, и обратите внимание, почти 300 тысяч отелей по всему миру. Причем здесь есть и мобильная версия. Вы регистрируетесь на этом сайте, ищите отель. Если вы собираетесь поехать с группой, создать свой групповой тур, например, вы вот здесь можете указать даты, куда вы хотите, сколько людей, пожелания. Если у вас это фирменное мероприятие, вы можете заказать в комментариях все, что хотите к этому мероприятию, хоть концерт после лекций. Так. Фирма, обратите внимание, гарантирует эксклюзивную цену на 10% дешевле, чем вы где-нибудь сделали. И если, заказав здесь, вы найдете более выгодный тариф, отель возместит вам 20 евро за ночь. Ну вот, такая интересная система. Далее. Круизы. Круизы – это мечта очень многих людей. Это элитный и очень дорогой отдых. Сюда интегрирована компания Dreamliners.
с которой у нашего клуба заключен договор. Обратите внимание на бешеную дороговизму. Меньше 400 евро с человека. Вы можете выбрать любое направление. Вы можете выбрать... Можете подписаться, да, и вам это будут слать. Вы можете выбрать любую компанию, если вы любите какую-то конкретную компанию круизную. Вы можете выбрать корабль, который вам нравится. Почитать о корабле, поизучать. Вот здесь выведены топ-направления, и вы можете выбрать праздничные варианты. Вы можете найти круизы, где вам ни о чем не надо думать. Или горящие, очень дешевые, совсем дешевые круизы, горящие и нет горящие, безвизовые. Именно с русскими группами, для тех, кто совсем не знает английского. Раннее бронирование круизов позволит вам купить круиз подешевле и спланировать свой отпуск задолго. Некоторые предложения будут выведены прямо вот сюда. Обратите внимание, какие безумно дорогие есть круизы. На самом деле, конечно, это не все даром, но выбор есть. Если вы выбираете какое-то направление, вас перебросят туда, и вы сможете реально выбрать дату и заказать. Обратите внимание, конечно, новогодний вариант – это деньги. Но и в Новый год можно найти очень интересные вещи. Так, поиск Hotel Look. В прошлом нашем видео мы уже о нем рассказывали. Это гениальная система, которая сравнивает все популярные у тех, кто занимается самостоятельным туризмом, поисковики. Ну, может быть, не все, но около 70 систем бронирования отелей сравнивает Hotel Look, выставляя на экран тот, где сегодня выгоднее вы купите свой. Ну, давайте, у нас подходит лето. И я наберу, например, Анталия. Так, у меня все еще английский, простите. Так и не переключил. Ну ладно, он все равно понял. Когда мы туда хотим? Ну, наверное, мы туда хотим летом. Когда мы оттуда уедем? Выбирая, что попало. И начинаем искать. Здесь будет жилье, здесь не будет пакетного тура. Я просто хочу показать вам, как здесь можно сортировать отели. В данном случае вам нашли 550 объектов. Вы можете листать страницы. Это объекты, сортированные по популярности. Какие чаще заказывают. Если ваш бюджет ограничен или вы привыкли к шикарной жизни, вы можете сделать сортировку по цене. Обратите внимание. Это не за день, это за 7 ночей, вот где, на островке, на связном, на Hotels.com. Вот этот, где сегодня дешевый на островке и чуть дороже на Booking.com. Вот здесь вы можете забронировать на... Так, сейчас куда? На Booking.com за 5726, на остальных по 7. Понятно, что делает Hotel Look. Если вы хотите что-то шикарное или гостевой дом, апарт-отель или просто ночлег и завтрак, вам нужен мотель или хостел, вам нужен отель 5 звезд, пожалуйста, возьмите 5 звезд, и вы увидите только 5-звездочные отели. Вы можете почитать о них все, что хотите, изучить, посмотреть на карте, если надо, и заказать. Вот так это будет выглядеть. Так, сейчас я это закрою. Когда я ухожу, они умоляют этого не делать, и что они говорят, что они готовы показать другие системы бронирования, их сравнить и помочь мне выбрать то, что мне хочется. Так. Выходим. Если вам нужна виза, вы можете воспользоваться. Так, простите, переключила не туда. Если вам нужна виза,
Вы можете воспользоваться визой онлайн. Так, куда я попала? Я еще не вышла на наш сайт. Секунду, давайте я чуть-чуть перейду в другое меню. Почему мы не попадаем на Visit to Home? Так, вот это придется выяснить. Здесь должна включаться компания Visit to Home. А пока появился авиасейлс. Это что-то программисты сделали. Ладно, пока оставляю заказ визы. Приглашение для визы в Россию. Онлайн. Вот он, период пребывания и тип приглашения. Визу действительно делает компания Visa to Home. Какой-то тут немножко недоделанный вариант получился на сегодняшний день от программистов. Но я думаю, это отладится к моменту сдачи сайта. Вот здесь можно сделать страхование для получения визы. Вообще страхование туриста. Вот оно, страхование путешественников. А вот здесь по просьбе публики оставили ОСАГО. Вы можете застраховать здесь свой автомобиль. Компания Intui обеспечит вас трансферами в тех аэропортах, в которые вы прилетаете, если вы создаете свой тур сами. Вы можете указать тип автомобиля, вы можете указать, откуда вас везти, куда везти, когда забрать, сколько людей. Эта компания сделает для вас все, и вас будет ждать человек. Встретит, посадит в машину, отвезет в курорт, в город, в отель, куда вас надо отвезти. Вас могут забрать не только в аэропорту, но и в порту, на вокзале, куда, где скажете, там и заберут. Очень удобный сервис. И вы заранее знаете, что вам не надо будет думать, как добраться из аэропорта. Это трансферы. Компания по номиналу РУ, с которой у нас заключен договор, позволит вам купить билеты на фестивали, концерты, детские шоу. У нас тут кремлевские елки были, все что угодно. В тех городах, куда вы едете. Или по всей стране. Вы можете искать по календарю, вы можете включить события, фильтры какие-то и быстренько найти. Вот что такое по номиналу РУ. Вы купите электронный билет и, распечатав его у себя, вы можете спокойно ехать с этим билетом. Очень интересный ресурс — поиск OneToTrip. Здесь, скорее всего, я просто вот так сейчас включу туры от OneToTrip. Не обязательно брать там именно туры. Тем более, что они только начинают это направление. Но я просто хочу, чтобы включилось общее меню. Обратите внимание, есть авиабилеты, железнодорожные билеты, отели, туры. Очень интересный сервис — перелет плюс отель. Получается процентов на 30 дешевле, если вы заказываете так. Автобусы, автомобили в аренду. Далее я не буду уже идти далеко. Здесь можно посмотреть экскурсии в ту страну, куда вы летите. В той стране, куда вы летите или едете. Вы можете заказать сразу несколько интересных экскурсий для себя. Можно подписаться на билеты. Самое интересное, что все сервисы, которые я показала, вам так или иначе дают еще дополнительный кэшбэк. У вас появляются какие-то трипкоины или как-нибудь еще это называется, сны. Просто дополнительные скидки на ваши следующие путешествия. Есть вот такой вот сервис «Лучшие предложения», скажем, вот, ну, из Воронежа это потому, что я в нем живу, в Европу. И обратите внимание, вот они даты, с какого по какой, а потом вы там берете отель и спокойно летите туда. Если не знаете, куда хотите, от чего бы не слетать. Вот что такое поиск OneToTrip. Вы можете здесь также поискать отели, то есть здесь есть несколько вариантов найти себе, сформировать себе тот тур, который хочется. Сразу могу сказать, визуально мы как бы проигрываем в тех направлениях, куда летает большое количество русских туристов. Кстати, в OneToTrip можно подарить подарочный сертификат, и человек сам себе закажет. На самом деле, в любом случае, даже заказав тур по той же цене, по которой нам предлагает соседнее турагентство, мы получим кэшбэк, и тур для нас хотя бы на 5% будет дешевле. Но во многих случаях, обратившись в компанию, написав в компанию, мы получаем путешествие значительно дешевле, чем поедут наши соседи. Раздел «Эксклюзивные туры». Пока еще не заполнен настолько, насколько нам хочется.
Но уже сейчас можно прекрасно съездить за 28 тысяч в Сочи на майские праздники с 1 по 10 на двоих с трехразовым питанием и лечением вот в этот вот очень симпатичный пансионат автомобилист. Можно съездить в конце мая в Ессентуки за 40 тысяч. Это хороший санаторий с лечением, трехразовым питанием. Великолепный санаторий за 57 тысяч. На это санаторий РЖД. Новенький, не перестроенное советское здание, а совершенно новенький. Санаторий Южное Взморье в Адлере. Санаторий Магадан в Лоу вообще 34 500 на двоих. Кстати, роскошное название у него Магадан, но ведь это северный санаторий. У него есть деньги, у него есть 6 гектар прекрасного тропического парка. У него очень хорошие пляжи. Ну, может, пляжи сейчас не очень актуальны в мае месяце, зато у него есть крытые и открытые бассейны, очень серьезная лечебная база. Когда-то людям это бывает надо. Наконец, целая подборка летних круизов. Оплату, да, оплата принимается банковской картой через компанию Uniteller. Так, или через договор с нашей компанией. Так, сейчас мы нажмем на эти летние круизы и посмотрим. Вот их тут несколько, видите. Можно посетить 29 июня. Обратите внимание, 500 евро внутренняя каюта, 770 с окном, 980 с балконом, с отдыхом на пляже. Очень красивый вариант. Маршрут, в котором вы вообще ни о чем не думаете, то есть сюда включен еще и авиаперелет, и трансферы, и отели, вас забрали в Москве, вас привезли в Москву. И очень красивый круиз: Венеция, Лида и Зола, Сплит, Саранда, Мессина, Неаполь. Я была в этих городах, поверьте, не пожалеете, если вы туда приплывете. И самое интересное, каюты с балконом иногда бывают по акциям дешевле, чем каюты с окном. Вот. Далее. Франция, Италия, Испания, пожалуйста. Вот они, Северная Европа. Можно поискать в круизах в Dreamliners, но можно уже выбранные, уже договорные, дешевле, чем там, туры заказать вот здесь в эксклюзивных. Поэтому, заказывая себе, члены клуба должны, наверное, в первую очередь заглянуть в эксклюзивные туры, потому что есть очень и очень интересные варианты. Вот что такое наш сайт. Вот что такое наш клуб. И вот почему мы приглашаем сюда новых и новых людей. Потому что мы прекрасно понимаем, что чем больше будет нас, тем больше будет интересных вариантов, тем больше будет поездок, тем лучше мы будем жить. И я от души желаю вам прекрасных приключений с нашим клубом путешественников. На этом я с вами прощаюсь. Пользуйтесь, радуйтесь жизни и приглашайте своих друзей. До свидания.